Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 29 апреля. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Партнеры программы. Клининговая компания «Дворецкий» сделает вашу жизнь чище и уютнее. Узнай, что значит чистота. Весеннее обострение скидок 20% только в автомойке «Жигули». Смойте грязь городских джунглей. Друзья, автомобилисты, у меня для вас опупенная новость. В автомойке «Жигули» скидка 20% на все услуги. Звоните, приезжайте, мы вас ждем. Автомойка «Жигули» на Толстого 23. Воспользуйтесь нашим большим опытом в чистке мебели и ковров. Удалим грязь и запахи на 98% за 2 часа с помощью профессиональной химии производства США и итальянского оборудования Santoema. Мы гарантируем качество нашей работы. Клининговая компания «Дворецкий». Телефон 560-500. По республике, по северным и юго-западным районам местами небольшой дождь. По остальной территории без осадков. Ветер северо-западный 6-11 ночью, местами до 20 метров в секунду. По северу порывы до 25. Температура воздуха по северным районам ночью от 0 до плюс 5, местами до минус 4, днем плюс 7-12. По центральным районам ночью от 0 до плюс 5, днем плюс 13-18. По южным районам ночью плюс 2, днем плюс 17-22, местами до плюс 15. В столице Бурятии без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 4-6, максимальная днем плюс 17-19. Атмосферное давление ночью будет расти до 715 мм ртутного столба, днем слабо падать до 713. В 1936 году на чемпионате мира по настольному теннису двое соперников разыгрывали первую подачу более 2 часов. Это был прогноз погоды, с вами был Олег Шигнанов. Но я думаю, что сама игра, наверное, закончилась только на следующий день.